Закрытое акционерное общество «СИДЭК», созданное в 2008 году, входит в крупный финансовый холдинг России – группу «ИФД Капитал». На базе Ярикского нефтетитанового месторождения в Ухте ЗАО «СИДЭК» открыло производство инновационного химического реагента для глубокой очистки воды – титанового коагулянта. Проект стоимостью более 100 миллионов долларов стал первым по освоению титановой составляющей Ярикского месторождения, где сосредоточено 30% всех запасов титанового сырья России. Преимущество титанового коагулянта по сравнению с другими реагентами – глубокая очистка воды от металлов, органических соединений, микроорганизмов и бактерий, высокая скорость отделения осадка, экономическая эффективность применения данного коагулянта. Проект решает задачу импортозамещения и создает новые рабочие места, в том числе на смежных предприятиях. Производство титанового коагулянта – пример взаимовыгодного сотрудничества «СИДЭК» и предприятия «Лукойл Коми», которое добывает необходимое для производства сырье – титаносодержащую руду. Проектная мощность производства – 25 тысяч тонн готовой продукции в год. Новый инновационный проект компании «СИДЭК» направлен на обеспечение населения и промышленности России качественно подготовленной водой. Сделано в Коми.